Школы встречают родителей. В республиканских общеобразовательных учреждениях начался прием заявлений на зачисление в первый класс. Из года в год эта процедура – дополнительная нагрузка как на родителей, так и на учителей. Не позднее 1 февраля муниципалитеты должны принять заявление от первоклассников по прописке. Не позднее 1 июля – от всех желающих. 61-й составили график приема граждан по месту жительства, каждый дом в определенное время, поэтому очередей в школе практически не было. В одной из самых загруженных школ номер 59 заявление на поступление принимала инициативная группа родителей. И хотя очередь здесь была, обошлось без инцидентов. А в трех школах 19, 20 и 45 запустили экспериментальную систему. В первый класс можно было записаться через интернет. Уже приняли 130 онлайн-заявок. Но не всем так повезло. Родителям, кто планирует отправить ребенка в первый класс в Чебоксарскую начальную школу номер 1 и Кугельский лицей, пришлось состоять многочасовую очередь еще задолго до приема заявлений. Эти учреждения считаются одними из лучших, и каждый год количество заявлений растет. Не было ажиотажа в гимназии номер 4. Ежегодно родители также дежурили здесь в течение нескольких ночей. В этом году начали собираться в 6 утра, а уже в 9:30 все желающие записать детей в первый класс покинули здание школы. В первый день приема зарегистрировано почти 2500 человек, а это на 1000 больше за это же время прошлого года. В течение недели в школах должны издать приказ о зачислении детей в учебное заведение. Тем, кто относится к учреждению по прописке, волноваться не о чем. Их детей точно возьмут в первый класс. А вот желающим с других районов, возможно, придется искать другой вариант.